Бийская Венеция. С приходом весны бийчане пересели на лодки. Под таким заголовком видео, сделанное на улице Социалистической в Бийске 3 марта, буквально разлетелось по социальным сетям. Не обошли внимания кадры и федеральные СМИ. На видео местный житель плывет на лодке по затопленной улице. Город Бийск, улица Социалистическая, 3 марта 2023 год. Судя по комментариям, горожане отнеслись к ситуации с юмором. Если клев будет хороший, маякните, комментирует один из пользователей. Другие предлагают организовать на этом участке дороги заплыв на байдарках. Правда, не обошлось и без критики властей, которые, по словам бийчан, не могут решить вопрос с дорогами. Напомним, улицу Социалистическую затопило в конце прошлой недели. В этот же день социальные сети были буквально переполнены видео с места происшествия. Уже на следующий день после нашумевших кадров с заплывом на лодке воду на этом участке откачали. В администрации заверили, что работы по откачке ведут и на других проблемных участках.